Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Виктора Назарова. Впрочем, бывший губернатор Омской области решил оставить политику самостоятельно. Неделю назад стало известно, что его назначили на должность гендиректора компании «Газпром Межрегионгаз Север», которая базируется в Тюмени. Совмещать пост сенатора и должность руководителя предприятия запрещено на законодательном уровне. После утверждения Назарова в качестве гендиректора на заседании в Совете Федерации вынесли решение исключить Виктора Назарова из списка сенаторов от Омской области.